Вам можете игрушку взять? Да, да, у нас, да, девочки, уже продали. Залезная, дом 8, квартира 111. Большой детский праздник, посвященный году семьи и Дню защиты детей. Позади у вас тяжелый учебный год. Вы немножко устали, но все равно вы радостные, потому что впереди летние каникулы. Желаю вам хорошо закончить учебный год, весело отдохнуть в эти летние каникулы. А мы, взрослые, постараемся сделать все, чтобы они действительно у вас состоялись. И чтобы вы смогли провести лето в пионерских лагерях, за городом, хорошо отдохнуть. Желаю вам весело сегодня провести этот праздник. Разрешаю праздник открыть. С мастерицами вся работа в их руках. Ладно ладилось, дело спорилось. Счету не было трудовым делам. Все мужчины-мастера были дельными, и трудились они всяк по-своему. Всяк по-своему был учен умел. Кто сахой пахал, кто металл ковал. На охоту ходили, рыбу ловили, травы косили. Женщины тоже сами работу справляли. Были все, как на подбор, рукодельницы. Рукодельницы, не бездельницы. Что не смастерят, сразу весело. Лен чесали, трепали, полотна ткали. Одежку сошьют, не надеешься. Холстину соткут, не нарадуешься. Варили и стирали, кружева плели, кожи красили, мяли, всех удивляли. Сколько лет прошло, и не счесть уже, со времен-то тех стародавишных не перевелись еще руки ловкие, и ремесла промыслы до сих пор живут, до сих пор живут, и рождается диво дивное, чудо чудное. Мастера-кудесники, как и встарь теперь, на широких площадях вместе сходятся. Вместе сходятся, собираются себя показать, товар посмотреть. Вот и мы приехали распотешиться на родной земле, на Реутовской, а ударить в грязь лицом не пристало нам. Не за златом серебром мы приехали, да на праздничек привезли свои дары драгоценные. Это дело наших рук, ума нашего. Выходите, девицы, на гостиный двор, покажите красные наш товар лицом. Букет цветов пушистый, но только не душистый, не увядая вечно, радует наш взгляд. Их не в садах растили, руками мастерили.
Какая новость ярких красок прозы, Лепные статуэтки, выдумки парад. Что за чародеи глину приодели в этот несказанный расписной наряд? Веселые игрушки, куклы и зверюшки приносят радость людям, и все иметь хотят. Красивые и яркие, любимыми подарками они, конечно, будут для маленьких ребят. Сумочки, подружки, похожи друг на дружку, только разные подружки одна в одной сидят. Сарафанчики цветные, да платочки расписные. Догадались вы просто, как подружек этих звать. Чудесные резные тарелки расписные, шкатулки, ковки, ложки, запах лета в них, узорные, точеные, резцом стальным рожденные, хлебницы и ложки бросятся в мыти. Блестит румянец мака, проглядывает нежно багряный поздний лист. Обойди конфета, лучше шали нет. Яркая, цветная, плечи обняла. Шальные краски лета рассыпались в букетах, и красками играя, весна узор сплела. Thank you.
когда на ярмарках. Веселье без нас не обходится. На Руси давно уж так водится. А пришли мы к вам с доброй шуткою, да веселою прибауткою. Познакомиться подошла пора. Представляю вам, скоморох Фома. Пересмешник и шутник Ерема. Полюбуйтесь и будьте знакомы. Начинается представление на всеобщее удивление. Ну, Ерема, молодец! Давай, открывай праздник, начинай концерт, объявляй первый номер. Дорогие зрители, сейчас будет выступать первый номер! Да ты что, Ерема, ну кто же так объявляет первый номер? А как? Надо сказать, что сейчас будут выступать артисты. Сейчас будут выступать артисты! А какие? А какие артисты-то? Какие артисты? А пусть ребята сами догадаются. А как же они догадаются, если они не знают? А я им про этих артистов сейчас загадочку загадаю. А интересно, отгадают они или нет? А мы проверим. Ростом разные подружки, но похожи друг на друга. Все они сидят. Матрёшка! А в него одна игрушка. Молодцы, ребята! Матрёшки! Thank you.
Ой, правда, я как...
объема вокруг. Может, приметишь кого-то, друг? Смотри, сколько здесь собралось мастеров. Да неужто же нет среди них кузнецов? Эй, кузнецы расчудесные, выходи к нам скорей. Можно с песнею, покажите нам, что умеете, как в делах своих разумеете. Нам нужны сейчас руки ловкие, руки хваткие, со сноровкою. У кого из вас да наметан глаз? Покажите нам свой талант сейчас. Кто нам солнышко скует, тому слава и почет. Изготовлю в лучшем виде лучшую деталь. Ну, а мы с Еремой тоже обязательно поможем. Нам работали бояться, мастерам и хоть куда. Почему бы не размяться ради праздника труда? Thank you.
Солнышко, его по стадиону пронесли. Вы поаплодируйте, пожалуйста. Не слышно? А сейчас мы просим всех уйти с поля и разойтись, вот кто пойдет. А девочка выиграла. А кто? Ну, у кого больше будет потом заряд, иди он с девочкой. Да. Один-один! Ну давай! Давай, тоже не пострадали, бедные там. Ох, каша ел, шестая школа. Один-один! Жуй, пацан, он уже все съел. Жив! Он уже еще... Кто быстрее? Молодец! Давай, Марин! Ты быстрее съел. Ешь! Молодец! Так, ребят, два шага назад! Два шага! Следующий, Мара! Пара, давай, молодец! Быстрее жуйте до конца. А тут очередь надо стоять, да? Аттракцион жадности. Жуй. О, молодцы, они ни воды не боятся. Жуй, ну, Лёшка, быстрее. Молодец, оба! За проявленный героизм! Отлично! О, девочки! Девочки, бананы вытаскивайте! Смотрите! Ешь! Давай! Блин, упал! Ой, не мешай! Встань прямо, малыш! Иди-то, встаньте прямо! Здесь надо все сразу! И закусывай! Засовывайте все! Ешьте все, зайчики, все! Кожицы! Все, молодцы! Кожицы! Едят! Так, вот тебе! И вот тебе! Молодцы! Отходим! Иди, Триха, в сторону! Следующее! Еще, в мусор! Три, четыре! Давай, быстрее! Без рук дожимать! Быстрее, мы идем медленно! Журу не бросать! Так, что бросать, занимаю! Ну, а он
жвачку. Да. Пять жвачек бери. Нет, брелок. Выбирай, смотри, какой у нас есть вот такой, а есть вот такой. А бери лучше два приза. Один, вот такой, смотри, очень хороший орел. Не, лучше возьми. Посмотри, дай. Такой. Бери сразу два. Вот такой. Хочешь? Это все? А какой? Еще не хочешь. А? Давай сесть с тобой, а? Дима. Нет, спасибо. Фонарики зажглися, звездочки как рыбки по небу разбились. Только мне не спится, я с собой в ссоре, и вижу на воле крепче там узоре. Вспоминаю волю, все как на экране. Там ты малолетка на переднем плане. Глазки голубые, щелка озорная. В общем, королева, да только молодая. Целый день слепался, любви признавался. Спасибо, где работал, студентом не назвался. Заблестели глазки, пара завела личка. А ты узнала глупая, что это просто ключка. Полнул девчонку на дурное дело. Ах, какие ножки, ах, какое тело. Она мне шепчет, что же с нами будет. Я ей так ответил, пусть Господь рассудит. А на утро взяли, да прямо из кровати. Что будем петь? На тысячу верст. На тысячу верст. Песня 15 куплетов, да? Нет. Итак, песня «Пятая школа» на тысячу верст. Мы просим, вот вы все будете жюри. Самого лучшего исполнителя будете определять, ладно? Рада в его. Женщина, я не могу.
что в нем участвует те, у кого шариков не хватает. Вот так вот. Да, среди будут обязательно, конечно. Я не знаю, что это.
Мама, 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 мама
славно у столицы на виду. Горка русская, ведь судьба не идет. До подъем крутого до спуски, до падения до взлет. Горка русская, ведь судьба не идет. До подъем крутого до спуски, до падения до взлет. Лошади катали звон, катали звон, а с парнями по строне. Горка русская, как судьба меня бьет. Ага. Горка русская, как судьба меня ведет, до подъем. Thank you.
аплодисменты от него. Машину, Мерседес там. Ну ладно, потом возьмем. Ну,